Всем привет. Нашел такой кран конусный на огороде. От старых хозяев еще, видимо, остался. И навел он меня на мысль. Мысль вот такая. Деревянная киянка со сменными байками. Сходил на рынок, купил такой же кран, только большой, еще советский. Купил за 100 рублей, вытащили баклушки из ясеня, сделал ручку из ореха. Я думаю, что из ореха, честно говоря, не особо знаю. Все, клин забил, обработал маслом льняным. Все, получилась киянка. Из старого крана, даже не рабочий, по-моему, был. Все, посмотрим, сколько прослужит. Все, всем пока.